Ребят, собрались мы в Махоне. Лиза, поздоровайся всем. Добрый вечер. Так, скажи, откуда ты приехала? Я из Казани. Из Казани, Татарик. Когда приехала? Я приехала 28-го... 27-го. Чего приехала? Марта. На сколько дней? По факту должна была на 7 дней 6 ночей, но получилось 6 дней 5 ночей. То есть день один вылетел? Да, день один вылетел. Авиакомпания России испортили нам весь отпуск, задержав наш рейс больше, чем на 12 часов. Жалобу уже написала? Да. На возврат? Да, да, я написала уже все. Да, сказала, что либо давайте добавляйте один день. Ну, это физически невозможно. Да нет, конечно. Поэтому деньгами хотя бы нет, деньгами верните, конечно. Да. Так, ребят, у нас должно было пойти 7 человек. Как всегда, мы с Лизой самые передовые, собрались, да. Потому что они все молодые, а мы ну почему нет? Один молодой, ладно, ушел с мамой за фруктами. А трое-то, они просто не явились. Ты договаривался, я не знаю. Ну, они не пришли, ладно. Спиртное ты взяла с собой? Так, естественно. Я тоже взял. Холодненькое. Я тоже взял. Все, увидимся в Махоне. Подошли мы к ресторану Махоне. Давайте поднимемся. Когда в январе 22-го тут были, на улице здесь не посидишь. Меню. Пошли. Заказывали на 7 пришли 2. Здесь все забито. Hello. Радмир. Радмира. Было 7, а... We booked for 7 people, but the things has been changed, so okay. There are going to be 2 of us. Just 2? Yeah. Yes. Oh. You're welcome. Okay. Прям на двоих, да? Так, ладно, ребят, сейчас буду заказывать. Окей. Спасибо. Так, ребят, принесли меню. Вот, по ценам. Вот это мы заказали. 1575 фунтов, либо $33. Короче, дофига всего, чего будет. Дальше можете такое заказать. Это уже удвоенный, наверное. 2350. Так, мы не продаем алкогольный напиток, но вы можете приобрести в магазине, мы организуем их подачу к столу. Вот. Алкоголь мы принесли с собой. Салат, ты будешь что-нибудь? Я думаю, что, наверное, нет. Обожремся, да, и так. Я просто посмотрела, сифут салат. По ценам. Здесь по-английски, здесь по-русски. Да, блюдо на гриле. Пока без салата я, короче, обойдусь. Напитки, не наем, десерты, детское меню. Что, я пока заказываю? Да, скажи им, чтобы одну принесли. Yeah. We're ready to order. Can we have... Where is this? Нет, 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 вот сюда, вот сюда. Она перед этим. Спокойно, не шумно. So, one cola. And one soda. Нормальную или любую? Обычную колу или фитизу, которая без сахара? Без сахара. Zero. Yeah. Сейчас? Официанты. Ты сказала, что одну порцию? Да, 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 да. Just one plate for because it's too much. Thank you. Открыл. Ладно, еще не пролью. Профессионал. Да, да. Блин, классно, что это. Сразу, рассказал мне про это. Сразу видишь, лед принесли. А мою что, не надо что ли ставить? Не заслужил. Блин. Так, ребята, налили водку. Видите? Прям
сервис, да? Не, ну хорошее место, мне прям понравилось. Спасибо за наводку. О, засунул. Супер, спасибо. Даже колу открывает, ребята. Супер. А тебе куда? А, мне вот. Сразу. Вот, тебе отдельный бокал тоже. Так, что сейчас будет делать? Соль. Can I help you? You better first put the lime outside and then put the salt. Nah, not like that. Much better. Это он мне такой делает. Вот так вкусно, да? Хорошо. Все, сейчас буду пробовать. Я думаю, он тебе что ли делает. Еще лимончик. Все, спасибо. Спасибо. Ребят, смотрите, нам принесли. Сейчас посмотрим, что туда входит. Огонь! Рыба с солью на огне. Так, сейчас будут выставлять. Короче, что-то. Две такие сковородки с чем-то. Ёпарасоте. Что-то тоже чего-то. Дальше. Оба-на, креветочки. И рыба. Офигеть. Ну что, спасибо большое. Сейчас будем все это пробовать. Офигеть. Тут сразу ее разделывают. Не надо кушать кожурку. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, ну что, ребята, буду пробовать. Первое. Это вот такая сковородка. Не знаю, с чем. Какой-то сливочный соус. Либо креветки с сливочным соусом, но, скорее всего, креветки. Прикольно, вкусно, сочно. Острое или не острое? Нет, не острое. Отлично. Теперь вот такие вот положили каждому, видите, это как соус, наверное, да, разные соусы. Пробую вот это. Такой поджаристый, как бы, лепешка, наверное, да? Это хрустящая. На масле, да, прям на масле. Пробую один из соусов. Это баклажан. Баклажан, да?
чесночком. Тут не пойму, что еще. Ну, ничего нормальное. Соус не острый. Это хумус. Хумус. Немножко вяжет. Чуть-чуть. Это, наверное, повар какой-то, да? Это, наверное, да. Какой-то творог, похож на творог. Да, это творог. Такой соленый. Сыр. Сыр, да, брынза. Ну, соленый. Вот такой соус. Зелень, соль, немножко чесночка. Так, а это наверное, мне кажется, баклажан. А, да. Такой баклажан. А вот это перец. Ага. Ну, ничего такого необычного вкус. Масло прям чувствуется, что жир. Нормально соуса. Так. Креветка в кляре. Какой соус-то? А, вот. Да. Тут еще вот такой соус дали. Супер. Да? Вообще обалденно. Креветки чищены, просто хвостик оставляете. Отлично. Фри. Фри как фри. Теперь вареные креветки. Смотрите, какие. Какая здоровая. Супер. Вот это я тоже попробую. А, вот это сейчас. Классно. Теперь что-то вот на другой сковородке. Тоже креветки? Да. В томатном соусе, да? Креветки в томатном соусе. Ничего. Тоже вкусно. Ну супер. Будем ужинать. Всем приятного аппетита. Давайте покажу вам зал. Вот здесь еще небольшой зал. Поднимаемся сюда. Ресепшн, тут касса. С левой стороны кухня. Такой зал. Здесь люди сидят. Ресепшн. Так, а с этой стороны уже туалет. Небольшая детская игровая. Мультики. Ну, хорошо, детишек оставил. Народу всегда здесь много. Вот смотрите, какие блюда. Ой, кто-то обожрется, смотрите. Здесь зал, это на улице вот так вот, и вот наш зал, где мы находимся. Все красиво, все цвета, все разноцветно, прикольно. Ребята принесли чек. Итого 1710 фунтов. Я взял две колы и одну тебе минералку. Вот и поход делал по 45, да? 3 по 45. Стоимость блюда нашего стоит 1575. Плюс 135 это за воду.
1710. Чек, сейчас будем рассчитываться в лирах, ай, в фунтах. Мы в Турции, мы в Турции. Так, ребят, смотрите, что нам еще принесли. Это презент. Что это такое? Клубника. О, нифига себе. Девушки, девушки, клубнику. Спасибо. И что это? И куда это? Как? Я не знаю. Это бхав. А, это сюда, типа, да? Да, это типа мед. Отдельно. Отдельно? Ну-ка, давай. Пахнет вкусно. Давай пробуй. И отдельно вот это поесть. Что это там? Это типа мед, я не буду это есть. Ну я не люблю такое, нет. Так, ребят, давайте я попробую. Клубника огненная. Клубника супер. Не водяная такая. Ну как сказать, она тает во рту, да? Она сладкая. Это презент от ресторана. Что это такое? Это какая-то сладкая паста. Напоминает что-то халву. Но это не халва, это вот... Оно похоже внешне на мед. Нет, это не мед. Я понимаю, что это не мед, но внешне похоже на мед, как бы вот... Подожди, я вот так хочу. Я хочу вот это положить на клубнику. Вообще. Вот классно. Супер. Ребята. Всем советую. Ресторан «Бомба». Ресторан «Махони». Приходите. Сколько у нас вышло человека? 800? 800 лир на человека, 800 да. фунтов. Ой, да, фунтов. 800 фунтов на человека за такой ужин огромнейший. Столько креветок, блин. Это вообще умножьте 800 на 2,2, получите цену в рублях. Ну, плюс, я же посмотрела, плюс-минус 850 у нас получилось. Это 1600, ну, там 20 1600, рублей. Да. Ну, то есть, как бы, просто обычный ужин в ресторане. Но у нас такого, конечно, ужина у нас нигде не будет. Конечно, да. Так что приходите в ресторан «Махони», всем советую, всем класс. Ну-ка давай, да, скажи, ресторан скажи «Махони», уже отдельно ты, ресторан, да. Ресторан «Махони» действительно достоин того, чтобы вы сюда пришли, посетили его. Тут вкусно, интересно, красиво, недорого. Первый раз тут была, да? Я, да, первый раз. Спасибо большое Ратмиру за совет, за то, что он меня так привел сюда. Это отлично, ребят, реально, вот оно того стоит. Супер. Да, классно. Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Супер, молодцы! Мы поели, ребят, вот мы не доели, осталось, но было очень вкусно. Спасибо, Махони! Спасибо, 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 супер! Приятного аппетита! Все супер! Все классно! Супер, ребят, приходите в Махони! Спасибо, дорогой! Вообще молодцы! Спасибо! Спасибо! Пошли! Спасибо большое! До свидания!